Вас беспокоит наличие у вас ребенка? Да, у меня есть ребенок. Ну, кому не нравится, пусть валят. Все, да? Будет удобный момент в разговоре, я скажу. Не будет момента, не скажу. Да? А может, мне этот мужик вообще не понравится еще? Чего я ему буду свою жизнь рассказывать лично? Я на него сначала посмотрю, кто он, что с ним вообще, адекват, неадекват, полоумный или нормальный, да? Достоин ли он вообще, чтобы я там с ним разговаривала, да, чувак этот? Что с ним? Кто он такой? Всегда нужно начинать с позиции «я». Мне нравится этот человек. Я с ним 5 минут поговорила, мне он показался нормальным. Я с ним следующие 5 минут буду разговаривать. Рассматриваем человека, прислушиваемся к нашим ощущениям, и не к его ощущениям. Не, мне нравится эта логика. Может быть, скажу о ребенке, может быть, не скажу. То есть изначально общение начинается с обмана. А если, допустим, мужчина будет болен СПИДом, да, и у него будет такая же логика. Может, скажу, а может, не скажу. Тебе будет прикольно, так нет? Я, конечно, за здоровый эгоизм, да, но тут уже попахивает прям жестким таким эгоцентризмом, да, чтобы достоин ли он со мной разговаривать. Боже мой, что ты себя представляешь, я не понимаю. Ха.